Добрый день, уважаемые студенты. Садитесь. Сегодня мы разберем две игры, практически на одинаковой карте. Как вы уже заметили, особенностью данной карты является большой остров в центре, на котором находится 15 тысяч. Остров достаточно далеко от красного игрока. Синий игрок играет необычный виндраж. Он одновременно строит мастерскую ветра, храм ветра и один Sail Skaters. Недостатком данного старта является то, что в первую минуту, а может и две, вы не можете ни атаковать, ни защищаться, пока не сделаете апгрейд. Как альтернатива мог быть старт с тремя големами, но тогда вам бы пришлось ждать, пока они соберут 800 Storm Power, и только затем вы могли бы поставить мастерскую ветра, при этом потеряв достаточно много времени по сравнению, например, с Санрашем. Также вы могли одновременно построить храм-мастерскую и одного голема. Но и в этом случае вы также бы проигрывали Санрашу, который может позволить себе на старте двух големов. Мы видим, что во всех трех случаях Виндраж проигрывает Санрашу. Либо в скорости, либо в экономике, либо в первом и во втором. А захватив данный центральный остров, солнце было бы очень сложно отсюда снести, даже учитывая то, что ветер мощнее. Солнце бы строило больше юнитов на эти 6 уре, там 15 тысяч. И скорее бы всего данный игрок победил. Из всех трех стартов синий игрок сыграл худший из возможных стартов. И я считаю, заслуженно проиграл в данной партии. Он слишком поздно оказался на этом острове, не успел собрать. Давайте посмотрим теперь правильный старт на данной карте. Вторая игра. Практически идентичная карта. Тот же большой остров, те же 15 тысяч. Красный игрок одновременно строит мастерскую солнце, храм и два голема. Синий до сих пор находится на домашнем острове. Красный уже достраивает первый аутпост. Ему принадлежит инициатива. Он может пойти направо, может пойти в центр, может пойти налево. Если сейчас синий попытается напасть на красного, используя преимущество в технологиях,
у красного на данный момент сильнее экономика. Он может сделать апгрейд и отразить любую атаку. Как вы уже могли заметить, красный взял солнечный генератор. Я считаю это ошибкой. Своим студентам я рекомендую играть через генератор грома, который имеет массу преимуществ, всего лишь за 200 экстра штурмпауэр. Вы получаете возможность взорвать священника своего оппонента и остановить его от захвата карты. Также вы можете использовать функцию Meltdown, если вас закрыли мостами. Также вы можете взорвать транспорт своего оппонента. И в перспективе вы можете вернуться на домашний остров и построить мастерскую грома. Генератор у вас уже есть, и вы можете выбрать два юнита на выбор без апгрейда. Сами географические размеры большого острова являются хорошей защитой. Юнитам Солнца очень тяжело экономически отвечать один на один. Поэтому нужны юниты с большим радиусом атаки. Это Вирбазы, Man of Wars, Devil Maker'ы. Также в солнечном раше вторым юнитом после генератора грома я рекомендую студентам брать Stone Towers. В данном патче Stone Towers великолепный юнит. Он защищает как от атак с воздуха, так и от атак с земли. И взяв Stone Towers, вас нельзя будет снести с карты моментально. А пока Stone Towers танкует дамаг, вы можете сделать апгрейд на нужный вам юнит. Синий хорошо защищается. Вроде бы даже синий настреливает больше юнитов. Но главную задачу он не решает. Пока что аутпосты красного даже не повреждены. А аутпост синего в нижнем правом углу уже поврежден. То есть вроде бы синий что-то и убивает с одной стороны. А с другой стороны он стоит на месте. И никакого движения на карте не происходит. Потихоньку подстраивает синий все больше и больше транспорта. Здесь встает вопрос о том, а что будет делать весь транспорт и вложенные в него деньги.
Когда закончатся гейзеры? Об этом нужно подумать. У красного игрока меньше Storm Power вкачано в транспорт. Больше свободной наличности. Следует отметить, конечно, что красный игрок плохо защищается. Он дает свои дорогие юниты, такие как Булварк и Тандер Кэнон, подстреливать. Тем самым вынуждая красного игрока продавать свои юниты, а поврежденный юнит продается за ноль. Экономически выгодно защищать дорогие юниты, чем перестраивать и продавать их. Единственный плюс в продаже является то, что вы не дадите kill reward своему врагу. Напомню, в 10.82 kill reward по умолчанию 25% от стоимости. В 10.78 это было 50%. Посмотрите, какое большое количество Storm Power выведено из игры путем закачки его в транспорт. И у синего остается не так уж много гейзеров. Его транспорт практически все собрал. Остается один гейзер в нижнем левом углу. Один гейзер в центре и один гейзер в нижнем правом углу. Но красному удается снести нижний правый аутпост. И этот гейзер теряет свою актуальность. И уже преимущество синего игрока не так очевидно. Теперь исход игры становится под вопросом. Мы видим, что уже как бы и нет никакого преимущества синего игрока. Красный игрок перевел свое экономическое превосходство на старте уже в военное превосходство. Тем временем транспорт синего собирает респаун в нижнем левом углу. Это последний гейзер, который может собрать транспорт синего. У красного игрока сейчас больше наличности и больше гейзеров, которые можно собрать. Он строил дорогие юниты, но строил меньше юнитов. Так как все эти Ice Towers, Acid Barricade, Mono Wars, Sun Barricades, Ice Cannons, Transport, это все тоже стоит денег. Построено очень много юнитов. Транспорт синего пошел на территорию красного, так как не осталось больше гейзеров. И по всей видимости красный заменит солнечный генератор на генератор грома, будет мелдаун. Да, мосты взорваны. Синий остался без своего транспорта. Ну, теперь мы можем, наверное, уже смело сказать, что игра подходит к логическому концу. Оставшись без гейзеров, без транспорта и без наличности, синему остается как-то выкинуть
в юнита последний наличный Storm Power и имитировать Fake Disconnect, выдернув кабели с системного блока либо из роутера, тем самым имитировав обрыв связи. Ну, либо обычный Rage Quit. Сейчас красный будет потихонечку собирать гейзеры, строить все больше и больше юнитов, аккуратно расстреливая стоящие юниты синего игрока. Синему остается их либо продавать, защищать их бесполезно. Пассивно стоящие Ice Towers, они не опасны. Их можно обойти слева и справа. И во второй раз преимущество в данной игре переходит на сторону красного игрока. Он свободен в своем выборе, где, когда, какими силами атаковать, как тратить Storm Power. Вот пошли последние юниты. Последние деньги синего. Один гейзер ничего не решит, там 3000. Убит центральный пост. И синий игрок делает фейк дисконнект. Выдергивает кабель. Надеюсь, преимущество Санрашу для вас очевидно. На данных типах карт, где есть один большой остров, центральный, ключевой.